Там у нас дорожка есть по лесу. Я что-то еще до леса не добегаю. Я каждый день маленько увеличиваю. Хорошо, да, я. Рощица дубовая вот пошла туда. Мы туда ходим. Сейчас направо, вы чуть-чуть и направо, да, пойдете? А, вот здесь прям, да? Всем доброго утра. Я на пробежке. Вот женщина с мужчиной тоже приезжие. Я с ними разговаривала сейчас в начале пути, встретились. А они мне говорят, а мы вас вчера видели, вы бегали. Вот, и пошли, вот они здесь, говорят, тропиночка, и там, говорят, такая красивая дубовая роща. Я завтра побегу и покажу вам, что там интересного. Сегодня я уж не пойду за ними. Сегодня замечательная погода. Небо голубое. Все, ушли. Вот я сегодня пробежала больше, чем вчера. Наверное, раза в полтора. Вот сейчас потихонечку здесь горка такая. Мне придется обратно бежать в горку. Это сложно будет, потому что ноги уже болят. Все, девчонки, побежала. Побежала обратно. У меня муж тут готовит завтрак. Вова, а ты сыр... Милену спросила, она же не любит с плавленным этим. Я спросила. Ты будешь сыром? Все время вроде говоришь, что это не будешь. Вот. Сейчас будем завтракать. Я еще, правда, отдышаться не могу. У меня живот болит. Живот болит? Да. Так надо в туалет просто сходить. Нет, я не хочу в туалет. Так, тут разбор. Так еще же очень рано, Милена. Только встали, ты так уже проголодалась. Сейчас папа сделает, будем завтракать. У нас сегодня будет завтрак от мужа. С колбаской, с укропчиком, с сыром, вкуснятина. Мы приехали к нашему папе на работу. Сегодня работает рядом. И я тоже. И Милена тоже с нами. Кстати, дочь, я даже не предупредила учительницу, что ты сегодня в школу не пойдешь. Я тоже. Заезжаем в ворота. Сегодня папа у нас здесь, не в Краснодаре. И у него сегодня был выбор или работать, или не работать. Но там ему нужна третья рука помочь чуть-чуть. Поэтому я поехала с ним. И будем сейчас помогать. Так, а нам туда? И так вообще ему скучно. Не скучно ему будет. А нам куда? Туда ехать? Как в тот раз, я не знаю, что-то. Сейчас папа придет, скажет. Тут такие вот, видите, домики. Домики для отдыха. Там дальше банька, купель. Ну, прикольненько так сделано. Для людей городских, отдыхающих. Сам... Это продают? Да, сдают в аренду. Люди могут приезжать, отдыхать здесь. Красота. Зимой, говорят, здесь намного больше людей, чем летом. Потому что и выбираются из квартир. Колодец даже, где можно искупаться. Купель. Да. Ну. Где можно искупаться. Малышки, малышки. Да, я одну дам. Давай, доча. Сейчас. Одну мне. Ты себе возьми кого-нибудь. Мама. Ой, они вдвоем едят. Раздавай еще одну, открывай. Нифига не голодная. Все, мам, куда это? Все. Ну, какие мелочки. Мелочки. Опс. Вот тут розы тоже какие красивые. Такие кусты богатые. О, ничего себе, это что такое за прудик? Вов, это что такое? Бассейн, что ли? Для воды. А накопитель для воды? Сюда нырнуть даже можно летом. Интересно, как бассейн.
бочку вот эту. Там сидушка мешает, наверное, твоя. Иди, малышка, сейчас накормлю тебя, сейчас, подожди, тебе тоже привезла. Они тут везде, эти кошки. Сейчас папа у нас машину скачет. Я что-то побоялась, такой косогор. Вова сам сел за руль. Сейчас, малышка, сейчас, моя хорошая, сейчас. Там еще один пакетик как раз остался. Айда. Кис-кис-кис. Айда, я тебе тут на пенечек. Ешь. Ау, какие двери? О, какой тут косогор. А здесь, наверное, речка бежала. А, там тоже вон. Да, там речка, когда, ну, это. Да, она там и сейчас маленько есть. Чуть-чуть. Можно сходить, погулять. Правда, такой лес какой-то, как будто сухой, но он на самом деле не сухой, а такие интересные деревья, как будто какие-то сухие, неживые. Какие-то серые. Испугалась. Что ты испугалась? Нифига, какая высота. Да туда спуститься легко можно. Нет. Что это? Тут они везде. Еще кошка пришла, что ли? А у нас больше нет корма. А, вон, этого рыжика же мы только что кормили. Да. Да, он уже ел. Может, поедим вот это? Кого? Это что? Фундук какой-то. Это не фундук, Милена. Это этот, наверное, желудь. Да. Нельзя его есть. Почему? Ну, потому что. Кину-ка я, смотри, мам. Давай. Вот желудь. Пошли на экскурсию. Давай, спускайся. Надеюсь. Милена, ты мне сейчас этой веткой. Сегодня я набегалась, у меня прям ноги не сгибаются. Прям больно ноги. Мам, ну держись. О, там грязно. Не, Милен, тут нет, не пойдем, скользко, грязно. Я спущусь, я хочу. Там все увидеть. Мам, тут не скользко, не скользко. Грязно. Это грязь. Говно. Это. Тут кто-то, видимо, пасется, какашки. Какие-то. А, какашки, как эти козьи. Мам, да. Горох. Скользко. Можно только подскользнуться, если грязь. На какашке. Если дождик пройдет, то здесь, конечно, не спустишься уже все. И не поднимешься. Угу. Такая у нас сегодня экскурсия по лесу. Ой, мама. Блин, какие корни у дерева. Как из сказки. Мама, зато мы сейчас козочек. Обалдеть. Спускайся. Я спускаюсь. Я не отстаю, вообще-то. У меня еще ноги болят, я поэтому... Для меня мука. Мама! Медведи? Нет, тут медведей. Такие зеленые носки торчат у Милены из ботинок. Мама, там кто-то. Эге-ге! Ау! И никого. Good morning. Чуть ногу не сломала палку. Какое замечательное свежее утро в лесу. А в лесу, знаете, такая... Атмосфера, как будто сейчас осень. Куча листьев дубовых. Смотрите, это все дубовые листья. Ну вот они. Дубовые листья. Здесь, похоже, дубовый лес. Поэтому я говорю, что я
ну, такие деревья интересные. Да, везде дубовые листья, как будто сейчас не зима, а осень. Мы вам уже все отдали. И булочку с творогом Милена им свою скормила. Они едят прям все, как собаки кидаются, хотя не сказать, что худые. Значит, голодные. Ну, конечно, голодные. Девчонки, всем огромное спасибо за переживания за Милену. Вот, я маленечко внесу ясность все-таки, потому что вчера, когда Милена пришла со школы, я еще толком не знала, знала только это все с ее слов. Вот, потом я созвонилась с учительницей, и учительница пояснила, что у них получилось, как бы они играли. Милена заступилась за какую-то девочку. Он на ту девочку... Якобы этот мальчик, ну, с палкой, то ли там гонял ее, то ли что, то ли они так баловались, то ли на самом деле, это уже никто не знает, это со слов было все детей. Один ребенок говорит так, другой ребенок говорит так, в общем, получается полное разногласие. Там нас не было, не было учителей, не было никого взрослых, и поэтому слушаем только детей и ихние доводы. Вот, значит, этот мальчик будто бы бегал за девочкой, и Милена за эту девочку заступилась и сказала, что вроде же ты мальчик, почему ты как бы за девочкой, да еще и с палкой. Что ты, говорит, без палки ты не можешь, что ли? И он бросил эту палку и кулаком ей по уху стукнул. В общем, Милена ему еще говорит, я натянула ему еще шапку на глаза. Короче, у них такая потасовка была. Потом, как выяснилось, Милена зашла в класс, заплакала. Значит, тут пришли ее одноклассники, спросили, что случилось. Она рассказала. Они побежали за учительницей. Учительница взяла Милену, и они пошли в этот класс, значит, где этот учится мальчик. Пришли в этот класс, значит, рассказали учительнице. Учительница начала этого мальчика ругать при всем классе. Оказывается, это у него не первый случай. Он задирается ко всем, и как объясняют, что этот мальчик не совсем как бы из благополучной семьи, и ну, он как бы, вот у него вот такие игры, как бы, как сказать, не совсем нормальные. В общем, для него это вроде нормально, но его сверстники в школе, там девочки, мальчики из его класса, из параллельных, опять же, это со слов детей, говорят, что он какой-то ненормальный, что он ко всем задирается постоянно, и с ним вроде бы никто не хочет общаться, потому что вроде вот он такой. Может быть, он поэтому обижен как-то там на детей, что с ним никто не играет или что. В общем, я не знаю. Я не видела этого мальчика. Я рассказываю со слов детей и учительницы. Учительница сказала, что вечером вызвали его маму. Его мама пришла, такая же, значит, как и мальчик, начала кричать на всю школу. Она, говорит, какая-то, видно, что с нервами, говорит, у нее совсем все плохо, она это совсем не смогла это все воспринять по-нормальному, хотя, говорит, пострадал не ее ребенок, а девочка. Она начала кричать, что ее сын не может сделать такого, значит, его спровоцировали и так далее. В общем, учительница этого мальчика ей сказала, что если еще такое повторится, если он еще кого-то будет обижать таким образом, то, значит, на него поступала уже не одна жалоба, что вот он таким образом себя ведет. И, значит, сказали, что будет вплоть, ну, до директора, и, короче, будут наказывать и родителей, и ребенка, и вплоть до того, что, как бы, таких детей, говорит, в школе нету. Дети все хорошие, никогда никаких ни драк, ничего у нас, говорит, в школе не было никогда. Вот, и тут, говорит, вот такой мальчик, вроде в третьем классе, уже показывает, ну, свою агрессию. Его вечером, когда начали ругать учителя, говорить, что так нельзя, у него, говорит, просто сдали нервы, он, говорит, начал реветь, у него прям истерика началась. И потом в конце он, оказывается, попросил у Милены прощения. Вот, и учительница сказала, что как бы его достаточно поругали. Я спросила, мне нужно приехать в школу, я бы, говорю, тоже хотела поговорить с этим мальчиком. Она говорит, ну, у него и так, говорит, за сегодняшний день, да, ну, как бы нарушена вот эта вот психика, и на него со всех сторон налетели, ругали. Вы, говорит, конечно, если хотите, можете прийти побеседовать с ним. Ну, мы сегодня вообще в школу не пошли, приехали вот сюда, в лес, маленечко подышать, его нужно доделать работу, и я ему чуть-чуть помогаю.
Вот. В общем, я решила не ходить, потому что... В общем, учительница меня убедила в обратном, что такого больше не повторится. Вот. Потому что как бы он осознал свою вину, что ну, он просто так якобы себя повел, потому что на него как будто бы Милена обзывалась. И, короче, непонятно, кто виноват. Они тут были девочки, тут мальчики, тут обзывались, тут бегали. И довело все вот до такого. Поэтому всем огромное спасибо, кто переживал за Милену. У Милены ухо ну, не болит, все хорошо, как бы никаких, слава богу, последствий ничего нету. Вот. И, в общем, я надеюсь, все наладится и такого больше не будет. Посмотрите, какой, какая подставка под казан. Это знаете, из чего сделано? Из двух дисков от машины. Представляете? Тут вот так вот закреплено, приделаны ножки. И вот так вот дверка, тынс, там костер разжег, сверху поставил казанчик и вперед. Красота. Все, пошли папу догонять. Сегодня тут за папой бегаем. Скрипуши Милена нашла. Пока тут ходим, тут же отдыхающие приезжают. И Милена нашла скрипушей себе. Здесь хотят выкопать пруд и размножать какую-то вкусную рыбку. Ну, пока еще как такового пруда нет, только начали все это делать, и Милена там сидит, балуется. Симпатюшенечные такие собачки. Мы приехали на рынок. Нам надо купить хинкали. Захотели, что мы сегодня ермолинских хинкали. И домой поедем. У нас сегодня весь поселок в полиции, кругом на каждом углу. Хинкали вон сочинские всегда, самые вкусные. Ну, не знаю, наверное, нам килограмм это втроем хватит. Мы уже дома, устали. Время 5 часов вечера, мы только зашли домой. Купили хинкали, сейчас будем варить. Купила вот такие салфеточки, сейчас уберу на Новый год. Такие салфетки купила просто для дома. И тоже ермолинскую сметанку. Сейчас тут размораживаем собачкам еду. Ну, хотя им еще кушать рано. Но раз купили, сразу размораживаем. Вот очень-очень хотим кушать. Сейчас быстренько все варим и садимся. У меня что-то под глазами все размазано. Я еще с такими глазами в магазин ходила. Девчонки, как и обещали, мы с Вовой завтра проведем для вас видеоролик «Вопрос-ответ». Поэтому, кто не успел задать вопросы, задавайте. И завтра мы постараемся отснять и в выходные выложить вам такой ролик с вашими вопросами. Я уже переписала, которые были более интересные, актуальные. Поэтому ждите. Да, папа? Ну, наверное. Будем скоро отвечать на ваши вопросики. Сегодня будем с вами прощаться. Всем хорошего настроения, замечательных выходных. Увидимся с вами завтра и всем пока.